think the girls with their nails done now. Всем здорово, ребят. Ну что, продолжаю я свою качалочку на пути на 25к, и опять сливы пошли, и то плюс, то минус, было 670, слился на 614, потому что Тимы, ну просто огонь. Как мне вторая, третья сила без гаджетов, то пятая, шестая, то аутсайдеры. Ну, в общем, все как обычно, это рандомчик, и это радует. Но при этом всем заходим в мои бойцы, и я уже качнул вчера Таро на 700, Ворона на 700, Эль Примо на 700, Биби на 700, то есть я 4 героев за вчера смог поднять, ну я надеюсь сегодня, по крайней мере, 2 героев я смогу тоже поднять. Я в шадашку не бегаю, я бегал в основном Бравл, то понятно. Попробуем, я тебя сейчас разнесу. Бум, хедшот. Блин, если бы он еще нормально ударил, блин, писец. Как можно было не дать пас так коряво, ну? Вот от этого больше всего, ребят, бомбит. Хотя есть, ну, реально классные ребята, которые... Биби, я тебя сейчас вжарю. Да давай пас. Только ульту зря использовал, блин. Да заводи ты уже. В общем, таким вот образом сидишь, апаешься, плюс. Потом минус. И так вот просто тупо вчера полдня. Я уже офигал, но потом вечером нормально все пошло. Ну вот, то, о чем я говорил. Это просто бомбящий пукан сейчас будет. Я просто в шоке. Вот смотрите, этот стоит в кустах. Блин, тебе в ворота ведут. Тормоз, блин. Просто, это просто писец, ребята. Поэтому влепили по жирному лайку. Ну, блядь, ну тут я ни хрена один не сделаю. Вот что тут делать, если они просто тупо... Этот вообще авокадо какой-то. Это просто жопа. Еще и подвисает, да она срама, ну это вообще, ну вот, просто нормально все было. И вот, пожалуйста, четвертая сила. Я просто вот, просто в шоке. Я просто в шоке с того, как подбирает тиммейта. Подбор просто лютейший. Ты сидишь такой в надежде, блин, сейчас, чтоб нормально катку затащить. И тут у тебя, вот как у них, в принципе. Ну почти, снайпер 2 забивает гол. Огонь. А нафига ты туда мяч отправил? Вот объясни мне, друг. Батька тут ходит, всех нафиг сам соло раздает, блин. А снайпер опять забивает гол. Ну просто писец. Четвертая и шестая сила против десятых и седьмых. Ну это просто, знаете, вот на это смотришь и понимаешь, блин, насколько хреново сейчас бегать в рандоме. Да, может, ребята круто играют, но, во-первых, у них нету ни пассивок, ни гаджетов. Гаджеты сейчас дофигища решают. Просто жесть.
Ну я уже все сделал. Ну просто добейте тот гол, блин, долбанный. Ну просто жесть. Уже всех развалил. Все, что можно было, развалил. Они сидят, играются. Ну это просто пипец. Я в шоке, блядь. Я просто вот не знаю. Джеймс from YouTube. Какой нафиг YouTube, Джеймс? Проснись. Да-да, ребята. Бегайте. Тут реально бывают такие мочилово офигенные. Вот как сейчас, например. Хорошо, что откинул. Правда, не туда. Ну все, тут сейчас... Да ладно! А-а-а! Что я сделал? Нафига было бить? Вот это такая фигня есть зачастую, кстати. Блин, где мяч? Давай пасуй, блин. Ну тормоз, ну вот реально тормоз. Вот нафига вот это вот делать, объясните мне. Блядь, ну просто не могу, ну как нафиг, ну это просто, вот реально, это даунята. Извините меня, но это просто какой-то трэш. Такое мочить. Я в шоке, блин, я просто, ребята, в шоке. Ну все, мы сейчас сольемся однозначно. Ну все, я говорил, это просто слив. Из-за того, что ну просто писец. Ну какого фига ты там стал? Можно было уже дофигища раз забить, но вот от этого реально бомбит. И эти кубки плюс, эти кубки минус. Это рандом, ребят. О, там тоже смотрю аутсайдеры. У меня тоже, ребята, не прокачанные. Знаете, где классно играть? На кубках 700+. Вот там реально, там хотя бы десятые силы, и ты играешь с такими же. Ну а тут просто лютый подбор, я не знаю. Как, кстати, вам, как я начал играть в Бравл Бол? Получше? Получше, нежели это было. Ребята, ребята, не подбегайте туда. Ой, хорош! Бей! Гол? Да ладно! Писец, как он не забил? Все, тут у нас... Не, нормально, протащили. Ну, скорее всего, сейчас опять сольемся. Хорош, красавчик. Калу. Калу.
Ну вот опять, шестая, седьмая, там вообще вторая сила. Тут я говорю, вот играешь этот с этими рандомами. Я просто, тут не из-за того, что они хреново играют, из-за того, что у них просто непрокачанные персонажи, нифига сделать не можешь. Ну, в принципе, это и есть рандом. Либо ты играешь с такими же тиммейтами, как сам по прокачке, либо же просто посасываешь лапку. Бля, ты чё он так долго не восприимчивый? Чё за дичь? Я в шоке, бля. Я просто в шоке, что творится. Давайте забивайте уже тот долбанный гол. Никола Геймс. Хорошо, хоть не Гейс. Вот чё ты, блядь, вот встал и всё. Но это просто убивает иногда. Нормально, идем в плюс. Не, ну это просто трэш. Я не могу. Меня вот просто захожу, смотрю и просто понимаю, куда нафиг. Надо просто тупо бегать. Вот, десятки против нас. А что у меня творится? Понятно. Все как всегда. Джин недоапанный. Супер. Просто... просто супер катка. Долбаный, блин. Экибастуз. Блин, я не понял, как это он меня застанил, если я скилл заюзал. Хорош, Джин, хорош. Красавчик. Ну отведи мяч, ну куда ж ты прямо даешь его? Ну просто, просто какая-то жесть. Просто пипец. Джин, красава. А все, ни хрена мы тут не сделаем. Мортис, блин, конечно, это просто писец какой-то. Да ладно. Да, размечтался. Конечно. Не смогли отвести. Но вот это хоть, знаете, вот
Вот что-то, хоть что-то интересное, похожее на катку, когда ты играешь, блин, ты понимаешь, что плюс-минус силы равные. Но когда, блин, ты заходишь и просто у тебя там, я не знаю, трэш творится, ты понимаешь, как бы ты там не пробовал затащить. Ты нифига не сделаешь. Да, Роза, здравствуй. Нифига ты здесь не сделаешь. Вот как нафиг? Вот скажите мне, я заюзал гаджет, каким хреном меня убили? Вот я не могу этого понять. Бред какой-то, реально. Вот смотрите, вот что за фигня? Вот как? Или я что-то не знаю, но вроде же гаджете написано. Сейчас почитаем гаджет, описание. Или надо заранее его заюзать. Хорош. Перекрывает любые действующие на него негативные эффекты и ненадолго становится невосприимчив к оглушению, замедлению, отбрасыванию. Что за фигня вот реально? Вот что это было за фигня? Вот, смотрите, опять. Я не могу понять, насколько действует этот гаджет. Как-то странно очень. Тут походу слив, судя по катке. Хотя все может быть. Не, гаджеты, конечно. Примат здесь вообще топчик. Я вчера приматом здесь угорал. Да просто отбей его в сторону, блин. Вот что гаджеты решают. Молодец, блядь. Просто умничка. Люблю свою автоатаку. Жесть, конечно. Так, ну что, попробуем 650 апнуть.
хотя бы 650, не знаю, буду доводить сейчас по чуть-чуть всех, поднимать до 600 плюс постепенно. Но надо стараться каждый день троих. Выводить. Да, тут у нас походу слив эмпс. Блять, этот просто стоит там, что-то дрочит в этих воротах. Ну чё ты стоишь, блин? Чего ты ждёшь нафиг? Ай, блять, орут нафиг. Без варика вообще. Просто без варианта. Я просто... просто промолчу. Да, это жестко. Но это рандом. Блин, когда играешь в рандоме, это совсем другие ощущения. Особенно на нормальных кубках. Вот опять. Та же самая, по сути, картина. Би просто без пассивки ни о чем. Ну, я не знаю, мне она вообще не заходит. Сколько бегаю. Конечно, пассивка на ней многое решает. Короче, one love. Вот таким вот образом, ребят. Таким вот образом апаются у меня герои. Не могу. Короче, я не знаю. Сейчас будет. Сейчас, походу, будет. Трэш. Ну, то, о чем я говорил. Просто тупо подкидывает. Вот считайте, я 30 минут играю, и по сути я стою на месте. Ну, здесь хоть нормально, быстро разобрали. Но тоже, посмотрите, вот. Вот это тот же самый подбор. Что у меня, что вот там. Восьмые силы, да, против десятых. Разница просто писец. В общем, вот так вот целое утро. Уже считайте полдня. Плюс-минус в рандоме. Единственный вариант, какой я вижу, это докачивать там до 600 плюс.
и пробовать потом. Что-то Ванечка не справился. Хорош. Хорош. Дино красавчик. Отжигает просто. Странно. Нафига было ульту использовать? Да ладно, не забил. Хорош. Хорош! Тишина, тишина в здании. Отлично. Отличненько. Так, ну что, последнее. На удачу, ребят. Ой, блин, можно было с ним дальше бежать. Пробуем на удачу. 650. Вот тара. Блядь, ну какая нафиг. Ну какая нафиг, ну Пайпер, ну куда, блядь, ну куда? Я понимаю, конечно, все, Бравл Пол, все дела, ну что она здесь делает? Вот сейчас заюзал скилл, точнее гаджет, и нормально, видите, все-таки надо время. Хедшот! Батька тащит. Ну, блядь, этот подбор меня просто, ребят, реально убивает. Ну все, всех разобрали. Нам просто сейчас банка прилетит. Штанга? Да ладно, чуть-чуть. Один удар. Жесть. Да Пайпер, добей ты долбанного этого Фрэнка, ну. Просто пипец. В общем, пишите комменты, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока.